Cause sorry ass women just don't get rich, you can keep her. I'd rather have a fifi bag because it's cheaper. You can't come up for air now, I get deeper. And my hold is so cold, it's a sleeper. So pass the reefer. And to you false ballin', it's just grab your crotches. But if you pay, patch your pockets. For sure, yeah. You got your full of dudes again. Then here come the police with them big black boots again, kicking niggas out, handcuffing and stuffing the gang of Jackie Chicken in their mouth. And Tana Sean pitching a fit cause somebody rolled her butt in a Henny blunt and won't pass the shit. Who keep turning the lights on? Why the music keep skipping? And why these dirty khaki tripping? I don't know, I'm quick and I'm still delighted. $500 worth of White Star, about to hide it. Cause y'all ain't drinking mine up. You better drink that E&J and Parmesan and the rest of that wine up. You party haters need to stop it. I think we really about to patch y'all pockets. You got yours, yeah. I've got mine, and we're balling. That's right. So call up everybody. What we doing? Let's pitch it on a party for sure. You got yours, yeah. I've got mine, and we're balling. Like a mother. So call up everybody. Let's pitch it on a party. Hey, baby, for sure. My girlfriend left me today. So which one of you old raggedy just wanna come in here and play? That's what my homie told her, trying to cop the Cancun. Then I caught him in there hunching in my downstairs bathroom. And in the kitchen, and up in there. Daroa. Здорово, здорово. Добрый день. Фрея, привет. Игроман, здорово. Добрый день. Амазонок, привет. Зивкас, здорово. Фрея, Игроман, Амазонок, Зивкас, Каринка, Володя. Здорово. Общий всем. Всем общий привет. Здорово, Макс. Чё, как дела? Рассказывайте. Как вы? Бля, у меня дом грабанули. Меня грабанули. Меня грабанули билет. Билет. Опять меня грабанули. Чё мне делать? Давайте на велосипеде поедем. Так, короче, достал велосипед. Поехали. Такая же херня. Ну что-то сегодня я попал под замес, походу, делал. Ну, под ограбление. Мой дом даже не отбили. Что-то много пока меня не было. Много чего. Я там долг отвернул челику. Новый аккаунт создал. У меня теперь новый путь. Дай тоже Наруто побегать. Крутой. Угу. Так, куда нам ехать? Нам надо в риэлторку. А, давайте в Арзамас. Направимся. Чё у меня там по промокоду? Бага Хантер. Да, не злой. Глеб, 2025-й. Чинючка. Пон. Нормально. 1 рубль на Киев закину. Ты будешь тем самым рыжиком, которого ты сбивал. Да, не говори даже об этом. Вы смотрели новую серию про этот перекупа там? Как стать перекупом? Чекали? Если не смотрели, то рекомендую вам посмотреть. Очень интересная серия. Да, Карина, конечно, я на тебя рассчитывал. Я думал то, что ты будешь развозчиком, но я ошибся, оказывается, в тебе. Не того человека я взял на работу. У меня ПК полетел. Да я это уже понял. А как так-то? Что случилось? Здорово, Андрей. Ты вовремя стрим запустил. Шараку еду. Давай, хорошего тебе дня. Хорошо там в Шараге отучиться. Увидимся еще.
Мать сдохла. Чё, реально? Реально? Реал? А как ты так поняла, что именно мать? Как ты так поняла, что это мать, а не что-то другое? Не знаю, вот у меня есть мать. Я ее уже сколько вот как купил, так и вот все. Одна вот, все. На века. Я, конечно, думал ее поменять. Не знаю. Если только менять, мне придется процессор новый покупать. А там связка стоит где-то 1020-30, если покупать готовое. Да и ремку и на заводе. Бля, у меня-то и ремок нету. У меня ремки нету. Так бы дал пососать. Я сначала прочитал без контекста сверху. Я тоже сначала так. Да мы так общаемся, нормально, в принципе. У этой Карины постоянно ноут ломается. У нее, не знаю, сколько ноутбуков меняет, у нее постоянно мать откидывается. Не знаю, что она делает с ноутбуком. Вот вообще непонятно. Казалось бы, человек учится там, да, в 11 классе, но, блядь, хуй пойми, что она с этим ноутбуком делает. То ли она на нем, не знаю, может, хакер какой-то. Откуда нам знать? Тем занимается человек. Ну, без ПК, конечно, это фигово. Очень трудно без ПК. Ничего не сделаешь. Там скажут, реферат напиши. Или что там у вас пишут, курсы. Лаура, привет. Лукасик, здорово. Чоу, как вы? Как дела, ваше настроение? Как настроение ваше в целом? Возможно, сегодня выйдет ролик на канале, от которого вы будете немного в шоке, но мне кажется, вы уже привыкли к такому. Смотреть такой контент от меня, который удивляет вас в некоторые моменты. Вы просто меня не понимаете, что происходит. Ну ладно. В любом случае, знайте, что я вас люблю. Как бы вы меня там не считали каким человеком, там, ЧСВшным, не ЧСВшным. Но те, кто сидят на стримах, вы прекрасно знаете меня, какой я из себя человек. Кто я такой? Так, там же. Я староста в классе, меня решили нагнуть за весь класс. Заебись. Чё, раком тебя поставили? Ой. Так, нужен капитальный ремонт. Не капитальный там. Я понял. Ремонт дома. 172 тысячи. Неплохо. Выебать жестко. Во все дыры. Да, старостой быть трудно. Эй, Смурфик, не подвезешь меня? Он. Давай. Блядь, ничего, дверь не открывается. Чё за там тачек купился? Ну-ка, посмотрим. Стоишь, третья сигналка, антирадар, аудио, нитро. Да, нихуёвый аппарат. Два раза нажимает. А чё, у тебя дабл-клик или чё там? Ладно, я пойду. Давай. Заходи, если чё. Давай, не теряйся. Не будем тебя отвлекать. Братва, вы там лайки разгружаете на стрим? Кто не разгрузил? Сколько там? 8 лайков, спасибо. Эх, вот жалко, модераторов нет на стриме. Даже телегу не могу вам скинуть. Я сам зайду в чат. Скажу то, что у меня есть телеграм. У меня есть телеграм-канал, на который стоит подписаться. Эх, был бы вот у меня модератор какой-нибудь. Вот вам телеграм, подписывайтесь, кто туда не подписан. Там все новости, анонсы, стримов, роликов. Если бы я эти тикетоки снимал бы, вот эти шорты, то
то у меня бы давно на канале 25 тысяч на канале было подписчиков. Просто мне так лень снимать эту тему. Это занимает там мало времени, минуту можешь занять, там, можешь посидеть полчаса, что-то сделать прикольное. Под какую-то музыку даже, тренд какой-то взять. Ну, блин, так лень почему-то, не знаю. Я лучше пойду постримлю, там, ролик сделаю какой-нибудь, чем вот этот TikTok сеть снимать. Не, я уверен, то, что в скором времени, когда мы вот... Ну, я же вам постоянно рассказываю об одной теме, то, что я сейчас планирую. Не просто же я сейчас особняк купил, семью купил обратно у Богдана. В общем, есть одна идейка. Может, тогда TikTok возобновится. Когда будет с кем что записывать. Будем просто кринжа ловить какого-то. А этот? А почему я все не могу взять все равно машина? У меня, наверное, випка. У меня, наверное, випки нету, да? А, да, у меня випки нету. Ну ладно. Ладно. Что делать-то будем? Что делать? Ну-ка, по бизнесу все нормально у нас там, по бизнесу. По бизнесу все неплохо. Что-то я не понимаю, почему минус 102 тысячи лежит тут. Понять не могу. Кто-то возил товары, что ли, у меня? Ну, с момента того, когда мы завезли товары, сколько прошло? Прошел день с момента того. Что-то я сейчас нифига не понимаю. А это что? Кто завез мне товары? Значит, кто-то мне сегодня товары завез. Понятно. Не видно. Ну да, завозили, значит. Я вот и говорю. Значит, кто-то мне завозил товары. Понятно. Ну, неплохо. Хорошо, кто-то завозил мне. Дай цвет икса. Я не знаю, какой цвет. Хоть я и красил, я не помню, как, какой цвет, как его ставить. Хотя, наверное, я тебе смогу тебе показать. До стулочки заедем. Наверное, там можно показать. Я помню, что-то Максим там показывал. Сейчас доедем. Скину тебе свет. Подскажи, пожалуйста, что делать, если лаунчер грузит наполовину, потом останавливается? Ждать? Хотя, если он останавливается, это не знаю, что такое. У меня обычно все скачивается всегда. С какого бы я компании зашел, у меня всегда загружается лаунчер. Странная хуйня. Ну это, напиши Amazing Support, спроси, что за тема, что делать. Иначе тебе придется Windows переустанавливать. Бывает, с виндой проблемы есть, игра не ставится, и приходится переустанавливать. Лучше самую свежую ставить винду, там какую-нибудь десятку, одиннадцатую желательно. И у тебя все будет летать, не будет проблем никаких. Я тебе отвечаю. Они тоже не в курсах, но если они не в курсах, то не знаю, ну придется винду сносить. Такая идейка есть. Кори, здорово. Валера, привет. Как жизнь? Порядок, все, ты как? Вы просто катаетесь? Ну, пока да. А что, есть какие-то планы, Кори? В общем, я хотел с вами посоветоваться. Что вы думаете, если я залечу на замку РМ? У меня сейчас Кент встает на лидерку русской мафии. Ну, у него-то семья есть, которая ему будет хлоповать. Но просто он говорит, типа, что бы нет, может, на замку там станешь. Можем вообще, типа, там, финт нормально сделать. Но я вот не знаю, смогу ли я столько времени активить. Мне придется и без стримов играть. Типа, просто когда играешь, там, контент какой-то снимать. Там надо отыграть, наверное, 2-3 часа в день. Сейчас я свет покажу, как его показать. Покраска. А, я его не смогу показать, я, походу. Я не знаю, какой цвет тут. Ну, желтый, короче, какой-то желтый стоит. Вот по типу такого, что ли. Ой, это же салон красится. Кузов вот. У меня вот такой цвет какой-то стоит. Вот такой, наподобие такого, что ли. Блять. Сука.
Наподобие такого, что достоит, в общем. Немного, конечно, темновато. Я думал, можно цвет посмотреть, оказывается, нет. Это оранжевый. Ну да, это как желтый, но ты в оранжевый красишь и подбираешь так цвет для себя. Оттенок такой. Что у меня по звонкам? Узнать информацию о владельце. Ну поехали. Повыполняем сейчас задание. Может потом на угонку поедем. Как вам такая идея? Что, можно? Да, конечно, давай. Прыгай. Где ты есть? Заберем тебя. Гонка. Гонка. Ха-ха-ха. Мой икс быстрее. Патрик, здорово. Ты ВК свой пришли, я тебя ВК добавлю тогда. Мне кто-то сегодня товары завез. Желательно через ВК, удобно будет. Сейчас пришлю. Все, давай, я тебя добавлю, друзья. Тут, блин, чтоб точно уже все было. Тут и написал, там... Потом тебя там... Не знаю, там Максим что-то сказал. В итоге я попросил, чтобы его вообще туда кикнули навсегда. Как узнать этот номер? Информация о владельце госномера Российской Федерации. Так, какой номер, например? Давайте любой. Вот у меня были, я помню, у меня были номера АМА-3-2. АМА-3-2 и 02, например. А, он не используется. Но я выполнил задание все равно. Я вчера тебе привез 3К. О, спасибо. Не стоило, конечно, это делать без нашего договора. Ну ладно. Семерки нельзя пробить. Я завез товар. Бля, спасибо, пацаны. Ну, а вы что, просто так мне, что ли, возите? Вам, типа, бабки не нужны, что ли? Ну ладно. Просто если бабки нужны, пишите мне в ВК, чтобы мы с вами могли договориться, то что вот... Я тогда буду закрывать закуп. У нас там привезти дерево на завод. Да, поменять цвет как бы надо. Да, мне надо... Кавказская мафия. Я скин обратно выдам. Поехали. У меня последний урок, иду возить. Да, брат, у нас там нормально все, 29 тысяч товаров. Возить там каждый день не надо. Товаров хватает. Если ты, допустим, один раз завез будние дни, то там на 2 дня, на 3 по-любому хватит. Поэтому я и говорю то, что я хочу сделать такую систему, что у меня будет не один развозчик, а, допустим, 3 развозчика. Ну, учитывая, что надо 2 раза в неделю заезжать, может, 3 раза надо фул делать. И, кстати, Макс, Максим, надо посчитать, сколько вот у меня на неделю уходит именно. Вот примерно, сколько у меня в неделю уходит товаров. Было бы классно посчитать вот эту всю тему. У тебя, понятно, у тебя на заправке много уходит, у меня-то не так много. Но я думаю, если так рассчитать, 10 тысяч товаров в день уходит. Ну, это будние дни. Выходные, там может все уйти. В зависимости, как закупится. Скопирую, кинь, друзья. Хорошо. Добавлю после стрима. Знаешь Мияги? Не, Мияги такого не знаю, только мяуку знаю. Который мяу вот так делает. Мяу. Бля, сушняк какой-то. И столько офф и закуп. Не, ну не точно, прям пример надо просто рассчитать, сколько там. Дождись меня. Хорошо. На Ашане жду.
Ну-ка, наберем Виталию. Где он есть? Через полчаса к нему, может, поедем? Часа два сегодня постримим. Где этот? А, Баттерилл. О, вообще хорошо. Виталик сегодня в Баттерилла. Прям повезло. Вчера снимал вторую серию перекупа. Ну, вот этого, нашего пути. Бля, я так заебался эту машину продавать. Так сложно, оказывается, все это снимать. Но благо я ее продал. С горем пополам, блядь. Сложно дается это все. Товарку возить не надо. Какой у тебя игровой уровень? 90, по-моему, сейчас. 90 какой-то, да? Не, а, 87 у меня уровень. Я уже думал, что я 90 апнул. А сколько мне осталось, чтобы апнуть? Еще много. У меня пока только 87. Ты где? А, я же с тобой хотел заехать. Я вон приехал, что-то никого не увидел. Сейчас заеду. Блять. Я вот что думаю, может на поляну сгонять? Или сейчас их дофига там? Ну-ка, сколько у нас финт сейчас показывает? Сейчас финт у нас... 6 человек. Так что можешь сгонять. Живет алмазинг, ну да. То самое чувство, когда ты уже прошел игру эту. На поляну? Ну, я тоже думаю, может на поляну сетаем. Полчаса есть у нас как раз. Где ты есть? Давай садись. Желтая бэха. Я приехал. Где ты есть-то? 200 тысяч. А, вон походу. А, нет. Бля, короче... А, вот. Давай, прыгай. Все, поехали. Че, пацаны, не желаете вступить в кавказскую мафию, м? Здорово, Влад. Порядок все. Ты как? Гоу. Ой-ой-ой. Че происходит? Остается еще въебаться в этот трансформатор, блядь. И на этом закончить наш стрим. Так. У кого есть желание на поляну? Давайте все в УКМ соберемся. Я там по матам. Сколько у меня патрон? Патрон есть, маты тоже имеются. Все, в принципе. Норм, сейчас кожу буду. Приятного тебе, Влад. Давайте, пацаны, подтягивайтесь. Все тут есть, кто на связи. У кого возможность есть, залетайте все. А что ты ник сменил? Почему? Почему я не могу ник поменять? Поменял я, потому что... Смотри, персонаж, который у меня был, это же по большей части перекуп. И я решил завершить историю. Вот, когда выйдет последняя серия, вы узнаете, что случилось с этим Жориком. Жорик это всего лишь мой перс, поэтому я решил, что стоит закончить этим персом вообще в целом, если тебе интересно вообще. Я уже про это рассказывал, как-то было. Ну вот. Сейчас я планирую не только вот этот ник, я планирую постоянно ник менять. Если я буду перекупать в дальнейшем, мне надо ник постоянно менять, чтобы меня меньше узнавали. У меня все кенты постоянно ник меняют, у них он постоянно меняется, блядь. Я их только по голосу узнаю, или то, что они говорят, то, что вот это мой ник. А у меня всегда один и тот же ник. Поэтому мне было проще узнать, а теперь это... Я под разными никами играю всегда. Типа... Я в 18 году последний раз ник менял свой. А потом...
Вот. 19, 20, 21. 4 года с темниками играл, да. Врешь. Я думал, ты нового акса сдал. Ну, так и есть. Так и есть, брат. Меня же забанили. Мне, короче, аккаунт снесли. За то, что я там махинации сделал некоторые. Ну, понимаете, ютубер — это такой человек, которого могут простить за какие-то моменты. Вы же сами прекрасно понимаете. Ютубер — это самый важный человек на проекте, который приносит онлайн. Благодаря нему проект развивается. Так что, такие дела. Я, правда, в последний момент хотел уже уйти на другой проект. Говорю, вот, блин, я тогда уйду, если у меня ничего не восстановите. Мне такой в моменте все восстанавливают. Даже. Вот модератор вам подтвердит, что так и было. Потому что изначально, когда у меня все случилось, я с ним начал общаться по поводу всей ситуации. Ну и вот, конечно, не стал старый ник ставить, новый ник поставил. А ты можешь у меня бан все чата снять? Конечно, могу. Закидывай 1000 рублей, я тебя снимаю прямо сейчас. Только смотри, потом никому не рассказывай об этом, хорошо? Если расскажешь, это, в жопу выебу. Продажный план. Более еще как продажный. Я свое очко готов продать, но только за дорогую сумму. Мы уже об этом, кстати, разговаривали насчет продажи очка за 15-й iPhone. Ее, в принципе, достаточно. А что, не закрыли склад? Склад надо закрыть тогда. Пойду тоже тогда склад воровать буду. Раз он открыт, буду склад пиздить. Погнали склад пиздить. Сейчас будем слив устраивать склада. Погнали. По где там этот склад? А, ну тогда я бомж, прими банду, пожалуйста. Давай, давай, приму, конечно. Так, подожди, давайте все, кто со стрима хочет банду, заходите сюда внутрь. Строй сделайте, ну или сюда сядьте, что ли, я вас буду сейчас принимать. Давайте, все сюда. Кто хочет, кому нужен инвайт сюда. Забанен, получается. Да, есть такой момент. Оля, сейчас бы бан не отлететь после ролика. Сегодня, короче, ролик один выходит. Вы охуеете, конечно. Блять, ну я, конечно, гений ебаный, блять. Ой, сука. Ну сегодня, наверное, выйдет, или если я не успею. Может быть, завтра. Ну, я сегодня планирую. В общем, ролик упускаю. И, возможно... Блять. Я не хочу бан получать, конечно, за такое. Надеюсь, поймут. Блять. Один раз уже это было, и второй раз это, блять, и так не хочу второй раз что-то делать такое. Ты вернулся? Ну да, я на синем. Это наша основа. А так у меня сейчас аккаунт есть на Реде. Там я буду иногда играть. А мы тут сектант, мы сектанты. Секта у нас. Банда такая. Мне тоже так говорят. Типа стример один какой-то здесь играет. О, блядь. Короче, давай всем инвайты кидаю тупо. По фасту. Инвайтим. Будьте красными моими грибочками. Вы типа знаете, короче, вы будете шампиньоны. Вот форма. Держите форму. Вы пока будете у нас официантами разносить еду, а потом уже посмотрим. Пока к шеф-повару я спускать вас не буду. Умеете что-то готовить вообще сами? Так, это тоже инвайт кидаем. Сейчас я, короче, вам раздам продукты, и вы пока можете строй делать на парковке. Мы с вами там съездим за картошкой. Давайте пока этот строй делайте. Готовьтесь. Ладно. Ну, вот так приходится.
А вдруг там ФСБшник какой-то? Я так и не услышал от вас. Что вы думаете насчет того, чтобы я залетел на замку РМ? Как вам такое? Вы мне скажите, вы за? За или не за? Или нет? Или мне лучше залететь какой-нибудь там... А мне по сути не надо, я сейчас просто ган сделаю. Так. Блядь, дигла много сделал. Зачем столько дигла сделал? Вот я дал бы... Так. Сейчас репорт опять начну писать, типа... Чё, блядь, чё происходит? Там опять плакать начнут. Так, дигл у нас есть, это все есть. Погнали тогда на парковку, сейчас будем раздавать. Если не дашь Наруто, бля. Вот тебе надо ютуберку взять, тебе надо ютуб снимать, эту ютуберку, и хоть сколько хочешь, ник свой, меняй свой этот, бля, скин, как свой ник. Заебешь. Это самый такой изичный путь. Так, кто наш? Кто наш? От нашего отдела кто тут есть еще? Отдел это ж... Красных. Так, все, да? Кендрик, дай... это, пожалуйста, посылочку. Нема. Да я сейчас всем раздам. Не, братан, у меня все при себе. Если у вас все есть, встаньте сюда. Выйдите со строя. Так, давайте начнем. 217-й. Дай дигл. Угу. Поехали. Я смогу им продать? Давай, покупай. Ну же. Ага. Первый есть, еще раз. Я с вами стреляться. Все, да, давай, поехали. Держи. Помню, меня бесила одна тема, то, что я не мог продать оружие по какой-то цене. Проще было его передать через ГГ, но у меня ГГ не работает. Сейчас пойдем постреляемся. Братва, все, кто еще не играет на Амазинге, залетайте к нам на 4-й сервер Азур. В описании вся информация есть. Указывайте промокод при регистрации, капсум Разор, он дает бонусы. Вы можете пройти все квесты, если хотите там залутать нормальные деньги, уровень апнуть по-бырому. Либо уже начать там качаться в какой-то организации, что-то из двух. А потом уже к нам вступить. Ну, я пока в кавказской мафии. Возможно, потом я пойду на замку, вот думаю как раз. Возможно, с нового аккаунта создам аккаунт под это специально. Или же с этого аккаунта. Посмотрим. А мне? Мне без разницы, с какого аккаунта играть, в принципе, за замку. Ой, бля, это 10 тысяч ему кинул. Ждем. Так и передам, что сливаешь склад. Угу. Не, я не при делах, скат уже был открытый, поэтому там... это уже косяк лидера, я его точно не открывал. А почему... А почему так? Я не понял. Максимальная цена. Ну ладно, еще раз тогда. Давай, покупай. Угу, есть. Ждем еще. Откроем и тачку. Да мы сейчас поедем. Мы сейчас поедем в аптеку. Затаримся, нам еще маску надо купить. Потом за бронниками заедем. Да что такое? Почему я не могу продать ему 100 патрон? Вон, 10 тысяч. Сейчас им вернем его.
покер делать. СВД же есть у тебя? Ага. У меня нету Кендрик. Байкер наш. У меня нету Кендрик. Кого нет? Кого нет? У меня, у меня. Вот, я приседаю, приседаю. Бля, вы прикиньте просто, что будет, когда мы на туре залетим уже по-серьезному сюда. Я, конечно, не уверен, что у меня получится рекорд побить, но хотя бы человек 20 я соберу в этой организации. Притом, если еще и стримить частенько, стримы запускать. Там хотя бы час постримил, посидел. Чё-чё там, кто-то опять приехал. Все, да, у всех есть. Нету, нету. Именно что? СВД. Ну, вот сразу бы сказал так. Так я тебе говорил. Ты себе, ай, блин. Бля, у меня патрон мало уже. Держи. Спасибо. Русик, это ты что ли? Ты еще резюме, да, оставлял на этого официанта? А, все, давай тогда, смотри, этот, я тебе форму сейчас даю. Передал форму человеку напротив. Давай, переодевайся по-бырому. Бля, у меня уже мало тут, фига сколько желающих тут. Так, сейчас я деклар дам человеку. Не-не, я просто ему помогаю. Кому хилсайз? Да-да. Че, он не вел что ли в курс? Смотри, сколько я людей привел. Это все мои. Я вот эту информацию начал толкать. Короче, скажешь, что тут народ пришел. Типа ты принял. Я закончил. Угу. Че, с нами едешь? Да. О, давай. Бля, у меня если вот это мало, ёбану рот. Его еще кто-то прижал. Он еще кто-то пришел. 299 надо продать. Еще кто-то прижал, бля. Ему его тут много. Я его. Вот этому надо было. Сейчас я ему. СВД есть у тебя? Нет, а я же продал ему, не? Покупай. Бля, я не то ему продал опять. Сейчас момент. Олег, будьте добры, проверьте от этого человека, если он к нам. От этого, а чё, я вообще юнус. Я вроде как не могу. Да, ты можешь проверить. Под моим присмотром. А ты руки поднимаешь, Олег? Руки поднимаешь? На мента похож, что ли? Да он просто покажет, что у него подмышки чистые. Мы же это, там, проверяем, чтобы чисто все было. А почему ты отказываешь? Братан, представься. Блять, я не могу уже минут пять ему передать нормальное оружие. Ёбаный урод. Я заебался. Давай, давай, бери. Все. Да, сюда еще патрон добавить надо. Бля, как весело. Не могу собирать оружие. Ага. Кут на нем. Дарк, здорово. Здорово всем, кто зашел. Ну, если будешь хорошо работать, то, конечно. А пока нет. Добавим тысяч, ну, 200. Ой, мне надо еще ГМ вырубить. А, блядь, сейчас ГМ пошел. Неон, здорово. Просто взяли оружие и съебали, думаешь?
Суетой. Какой суетой? Чем конкретнее? Всем. Всем это чем? В плане, бля, картошку собираем на сервер? Так, подожди, подожди, не грузи малого, чё он там? Это чем занимается наша организация, как называется? Говорит, всем подряд суету наводим, говорю, чё там? На ферме, блядь, морковку собираем, сажаем. Нет, машина. Что машина? Воруем там, смотрите. Какие машины воруем, иди отсюда, ненормальный какой-то, смотри, на преступников похож, нам такие не надо, иди отсюда. Чё, какой-то криминал, что ли? Какой-то ненормальный вообще, машины воруют там. Неформал вообще. Мы тут хавку готовим, охотимся, короче. Вообще, дурачок. А, подожди, надо его еще поговорить. А куда он ушел? Он уже все ушел, что ли? Он уже уехал. А, ну ладно. Надо было. Надо было самому. Егор, сорян. Я не думал, что этот человек, он не умеет проверять, думал, он знает, как проверять, ну ладно, хуй с ним. Так, у кого есть вот этот Тесла Ча? А, ваша? Давайте все тогда в Теслу грузитесь и за мной. Не-не, Разор, это Жорик, а я Кендрик. Вон он пришел обратно. Смотри, Егор, короче, как сделал, приедем, поговорим еще. Дорогие пассажиры авиалайнера, едем сейчас в сторону аптеки, потом за брониками и потом уже на поляну. Пристегните ремни безопасности. Дорога будет долгой. Все, поехали. Бля, Егорчик, я не знаю, как ты проебался. Если бы ты пришел на 5 минут пораньше, я бы тебя инвайтнул. Прям изи, нехуй делать. Тут момент в том, что этот... Мы уже торопимся, надо быстрее ехать. Тут и народу много. Поэтому я тебе потом инвайт дам. Подожди, а, блядь, я проебался. Давай тогда за брониками. Примерно вот такие вот стримы будут, когда будем на замке играть. Надо будет сейчас акт тогда сделать. Туда уровень выдать. Бабок туда выдать и машину какую-нибудь скинуть с основного аккаунта. Можно еще дом скинуть. И бизнес. Не знаю, стоит, не стоит это делать. Че думаете? Бизнес поддержим еще на том аккаунте. Хули нет. О. Катана подписался на YouTube канал. Катана, спасибо за подписку большое. Блин. Все, по-моему, закупили. Не, мы сейчас едем чисто по делам. Там у нас ограбление магазина. Да он сейчас с нами будет преследовать, это надо его расстрелять, наверное. Так, короче, смотри, фотик надо купить еще будет. Пофоткать, как мы, типа, знаешь, красиво едем. Вот так вот надо представить. Бля, там тип какой-то нас уже палит на зеленой машине. Ну, сейчас и так, конечно, палил на стриме. Аптечки, маски. Натягиваем. Что вас вообще не видно было. У меня маска есть у самого? Да, у меня маска есть, аптечки тоже. Все, порядок, в принципе.
Бля, ладно, так. За нами ведется преследование. Мерседес зеленого цвета. Желательно сделать с ним что-то надо. Ебать, брат! Молчать. Пиздец там происходит, чать. Бля, что с ним делать? Надо его расстрелять, наверное, да? Не, я в мут не буду, да, мне вообще похуй то, что там человек. Это не мой состав, поэтому мне вообще похуй там. Не понял, народу собрали, конечно, охуенно. Кендрик, я ему могу колеса. Идея хорошая так-то. Че, мы устраним, может, его? Или похуй на него? Стой. Че делаем? Ликвидируем? Да. Алло! Вот за информация на... Все, короче, потом я поехал нахуй. Так, вроде от преследования избавились, давайте на трубы катите сразу. Мы ждем, если что там. А их реально откинули, Диморган? Блять. А в натуре их откинули, да, всех? Бля, надо было просто на трубы ехать. Я же просто хотел потроллить, не более нахуй. Бля. Хотели рофл сделать. Ну, блядь, какая же РП была? Ну ладно, все тогда, да, получается. А, господи. Вот просто такую хуйню сейчас совершили, что нас просто сейчас выебут нахуй жопу. Ну, за нами реально преследование было, я хотел от преследования избавиться. Все, пизда. Ну, это ДМ, по сути, это ДМ считается. Ааа, сука. А кто откинул? Кто откинул? Я просто хочу с тем типом поговорить, зачем он за нами катался. Просто сейчас с тем типом поговорим. Да, я сам виноват, не надо было по нему стрелять. Вообще не надо было стрелять, ничего не надо было делать. Просто надо было ехать за мной. Почему-то все его начали расстреливать. Громов откинул их, понятно. А кто сказал откинуть их вообще? Интересно. Тебе даже толку нет ехать на ВЧ. Вообще толку нет ехать никакого. Вообще толку никакого нет ехать. Ну, поехали на гонку тогда, что делать, блядь. Ну хули, мой косяк уже, что делать.
Я чё-то не думал, что такое вообще может произойти, такого, что всех откинули за такую хуйню. Я понимаю, одного там, который стрелял, может откинули бы, но всех откидывать. Вот стоят пацаны. А кого откинули? А кого откинули, слышь? А кого откинули? Никиту Камнева откинули и еще кого. Ну вот, блять, а хули они-то стреляли? Мы же должны ли просто его этот по колесам поработать и все. Но не ДМить, не убивать его. Так Камнев его не убивал, он по колесам стрелял. Ну вот, преследование же было, по сути. Ладно, похуй, давай, погнали. Я вообще не знаю, за что откидывать. Можно было там типа одного откинуть. Нас не выпустят, посмотрим, сейчас поговорим. Я просто расскажу, что у нас было преследование, РПшка была, типа, блять, а я не знаю просто, что откидывать. Просто как бы рофл, РП отыграли, блять, я вообще не понимаю, что за хуйня такая. Сейчас я, короче, с ГА поговорю, есть что, может, выпустим. Ну, блядь, а как, а чё мы должны были здесь за нами преследование ебаное нахуй началось? Чё мы ещё могли делать? Причина у нас была на это, на расстрел его, не? Или не было причины, по-вашему? Просто я в ахуе сейчас сижу от того, что Громов там откидывал всех. За что? Хули, если за нами зелёная машина катается, блядь, гостника ебаного? Ладно, пацаны, вы все равно выполнили задачу, но успешно. А кто такой Олег Михайлов? Почему он вообще что-то начал пиздеть? Ебать, по нам стрельба началась. По нам работают, по нам работают. По нам ебать, как работают, нахуй. Блядь, сильно работают. Где, откуда работают, тут хуй пойми. И скинь еще такую имбову, походу, делал. Все, не грабим, сейчас стреляться начинаем сразу. Сейчас залетают. У меня броня есть? Да, один хоть. Блядь, залетел уже! Блядь, их там дохуя, пиздец! Пизда. Совершил сотрудника при исполнении. Мне нужна таблетка. Срочно, таблетку надо мне. Тебя подожди. Тебя просим. Может, получится вас выпустить. Мне сказали, что всех откинули, но там только двоих же откинули, по сути. И что такого? Я в натуре охуел, когда мне сказали, что всех откинули. Я такой, типа, сижу, блядь, что за хуйня? А, он, походу, не тэпнется. А какой они айдишник, интересно? У него какой-то айдишник был. Блять, походу... Ну все, короче, с ним нет толку базарить. Он сейчас уже все скинул. То, что там мы так хуйней занимаемся. Ну ладно, хуй с ним. Брат, что лучше, дальнобой или развозчик? Бля, хуй знает. Громова, ты можешь тэпнуться? Бля, он походу вообще этот... Блядь. Не будет проходить или нет? Нет. Нет.
Бля, чё за хуйня? Ладно, хуй с ним. Ну изначально плохое дело было вообще залетать, но я так по рофлу решил залететь, потом вот эта приседка за нами началась, я понял, что этот тип уже нас палит. Я уже почувствовал, что этот тип, у него броник есть, я понял, что он нахуй какой-то, блядь, гостник ебаный, вот он все слил нахуй. Короче, Га не хочет идти на контакт. Он не отвечает, я ему говорю, типа, тэпнись, он ни хуя тэпэхаться не хочет. Вот. Вот такие дела. Ну, пусть, типа, репорт кидает на меня, вообще похуй. Я просто расскажу ситуацию нормально, как было все. Потому что он все равно один хуй не знает, что у нас было там. Я в тот момент такой охуеваю, сижу такой охуеваю, у меня просто тильт такой именно, типа то, что всех откинули, мне пишет, говорит этот Максим. Инвайт мне, сейчас инвайтну. Ну, кого там посадили? Кого там посадили, ребята? ВК, чё кинешь, давай. А, ну да, многих покидали нахуй в ДМ просто. Но это все, получается, подписчики. Да. А кто был тот тип, который с нами катался? Можете мне сказать, кто это был? Сейчас мы с ним поговорим тогда, и может быть нормально все будет. Ну-ка, подожди. Подожди, может мы сейчас в натуре сделаем это? Я ник его не помню. Бля, пацаны, тоже вас подставлять не хочу, и вам портить игру тоже не вариант. Портить игру тоже не вариант. Поэтому я на себя сейчас ее возьму, нахуй, эту хуйню. И вас выпущу, скорее всего. А там пожалуются, пусть жалуются. Хоть что делают. Мне вообще похуй. Потому что это мой косяк. То, что я вам сказал стрелять. Но я вообще хотел от преследования избавиться просто. И поехать дальше уже по нашим делам. Понятное дело, что причина такая вот не была прям. Я не скажу, что прям это надо было по нему стрелять. Ну. То, что вы начали по нему стрелять, это тоже как бы нехорошо. Бля, как посмотреть-то, ёбаный рот. Я не вижу этого момента, когда... Надо было до него доебаться, скорее всего. Просто доебаться надо было сначала. Нахуй я вообще начал по нему стрелять. Ну, не то, что стрелять, надо было до него просто доебаться. Артём какой-то был, да? Артём Честеров. Блядь, я не могу зайти даже в игру сейчас. Блядь, залагало все. Нахуй. Крашнуло. В общем, пацаны, это все хуйня. Надо залететь уже на замку, потому что я не знаю, мне не нравится. То, что мы сейчас делаем, мне очень не нравится в этой фракции. Да, в онлайн, давай-ка посмотрим, что за аккаунт. ППСник, понятно. Сейчас мы будем с ним разговаривать. Или не будем разговаривать, или похуй на него. Я не знаю, похуй на него или не похуй на него.
Так все красиво начиналось, блядь. Так просто все красиво начиналось в моменте. И бам. Тьфу. А из Зимургана можно выйти за верты, да? За верты же можно выйти или нельзя выйти за верты? Чё скажете? Можно, нельзя? Можно? Ну давай тогда им верты передам, пусть тогда выйдут за мой счет нахуй. Сколько надо? Сколько вертов надо? Там дохуя вам? Сейчас тогда тэпнусь пацанов, выпустим. Давай, так и сделаем. Потому что, бля, это сейчас не дело. Так, Рэй, Иванов, сколько там бабок надо? Так, а как выпустить-то их? Блядь, хуй знает, как выпустить. А куда это? А сколько надо вертов? Скажите мне, сколько надо, я тогда посчитаю. И буду вам сейчас дам верты, чтобы вы вышли оттуда. Иначе я тут совершенно не знаю уже, что делать можно. А сколько им надо? Много? Дорого. Два ляма 79к. Многовато. И что, у всех так? По два ляма? Не, по сути, тут нарушение как бы есть от них. Как бы выделено, но если ты откат предоставишь, то что вот это преследование было... Ну ладно, это уже ладно, ничего страшного. Так, Рей у нас есть, это первый наш. Так, Рей, посмотри, сколько тебе надо бабок. Если у него сколько там, тайм... 43 минуты. Я себе купил 90 FT в обесах и на него не за 14,5. Поздравляю. А, чего вообще сегодня? Чего за день такой сегодня, блядь? Чего за день, нахуй, просто? А, я ебал. Вот этому Артему сейчас... Вот что вот этот человек он делает? Он просто катается, вот за нами катался этот ВПСник. Вам далеко ехать? Я хочу с ним просто покататься. Тоже устроиться, короче, ВПСником, и с ним просто кататься. Я не знаю, что еще могу делать. Их там трое аккуратно. Один в Бугатте, один в М5 белой, а один на Сопу. Ну, видите, сидят уже они, блядь. Там ФСБ едет, и еще нас то... Все нормально. Вон, блядь, всю инфу просто докладывают. О чем вообще? Вон. Все говорят, нахуй. Они там с хитами, я не ну знаю, понятно, короче, с ничьей ебаной. Вот. Я же говорил, что это преследование ебаное. А вы нахуй сидите и говорите, дэм, блядь. Это преследование ебаное, которое, блядь, палит инфу нахуй этим. Я же вам говорю, что за этот тип. Я сразу понял, что он за нами не просто катался. Ну сейчас вот по грабам катается, по итогу. Я тоже подъезжаю. Типа, блядь. Да, я понимаю, что косяк есть. Можно было по-другому все это сделать. Я это понимаю прекрасно. По РП вам не понять, что он говорит. Ты админ? Нет, я не админ, я ютубер. Поэтому не в то... Короче, понятно нахуй все с этим. А пацана выпустили? Нет, пока не выпустили. Пока я с ГА не могу переговорить. Что-то ГА, он как-то этот... Не хочет на контакт выходить вообще. Может, у меня настроение из-за этого не хочет.
Блять, и машину взять не могу, я того ебал, все. Ща релок дадим. Как по мне, душный человек. У нас был как-то такой гал, который мне не нравился. Потом, когда Антона поставили, мне вообще этот гал понравился. И с ним можно пообщаться, там вообще ну, такой не закрытый, открытый был тип. Позовешь Дискорд, он Дискорд с тобой пойдет, там поговорит, обсудит все моменты. Вообще без проблем. Всегда шел навстречу. Он понимал, что стример не может сделать что-то плохое, именно, ну, как-то меня знал в плане того, какой я человек. Бля, как мне поменять-то этот скин, ёбаный? Сейчас я опять поменяю. Угона, скорее всего, сейчас нету, но посмотрим. Maybe есть что-то. А может, такой возьмем? Давай на таком пойдем. ЗГА, Валерий, как по мне, намного... Я не знаю сейчас, кто самый лучший, но... Изначально ГА мне нравился тем, что он на сервере дыш наводил, вот только этим. А так, ему поебать то, что кто ютубер, кто не ютубер, ему это не важно. Пусть жалуется, если ему это так удобнее. Пусть, ну, пишет, что там про меня. Ну, после этого он кто? Вот, кто он после этого? Даже человек, не выяснив ситуацию, просто всех откидывает, не выясняя ничего. Он не видел от начала, а возможно он видел. Ну, ладно, короче, хуй с этим. По-братски, можешь снять мут? Мут я снимать не буду. Я ничего не могу вам снимать, ребята, потому что я наказание вам не выдал. Наказание выдал тот человек, ну, главный администратор, ну, вы прикиньте, с ним никак не договоришься, причем. Поэтому, ребята, всех, кого откинули, я потом вам выпучу, короче. Это же я вам сказал стрелять по нему. Поэтому... Пацаны, у кого-то есть? Мой косяк. Изначально должен был диалог быть с ним. Мы должны были его вообще увидеть, этого человека. Поговорить, что ты за нами катаешься, вот так должны были выяснить. Ну, как правильно должно было вообще быть эта ситуация. А стрелять по нему сразу, это да. Так-то я согласен с этим. Это было не очень, не лучшая идея. В итоге, блядь, на ВЧ заходим, там народу дохуя. Че, блядь, я во всем виноват Казимир, нахуй, который сказал, чтобы мы на ВЧ пошли. Так что на него скидываем все. Ну-ка, на машине есть что? На машине нихуя нет тоже. А у меня только четвертый скилл. Ладно, шучу. Да с кем не бывает. Всегда что-то происходит. С кем не бывает, ребята. Вон, просили же ДМ на стриме. Вот мы сделали вам ДМ. Ну и по итогу... Ладно, хоть я не откинулся. Если бы я откинулся, тогда бы вообще пизда нахуй была бы всему. Че, соучайся ДМ по факту. Ну да, так-то. Так, этот стрим мы, короче, удаляем сейчас. Ладно, шучу. Ту-ту. Как работать на угонщике? Тебе надо состоять нелегально, ну, какой-то нелегальной организации, допустим. Ну, ты уже состоишь, например, да? А тебе нужно поехать до вот этого Виталия, получается. Берешь контракт, покупаешь отмычку. Ну и все, в принципе. Едешь взламывать машину. Как тачку взламываешь, ведешь либо... Ну, зависит от того... Бля.
Не, вот я не пойму, ты что, долбоеб, что ли, нахуй на дороге валяться? Тут же машины ездят, нахуй ты здесь ходишь? Я не заметил. А когда в жопу будут ебать, ты заметишь это? Как теперь мне тебя вернуть? Я тебя задавил, как я тебя сейчас верну обратно? Ну ты мне скажи, как мне тебя сейчас этот... А чё он летает? Да я хуй знает, он какой-то читер, видимо, попался не под колеса. Реально читер. В натуре. Я даже его поднять не могу. Может подъехать поближе? На крышу залезть? А может давай построим этот мостик, типа ты туда буханку поставишь, а я свою машину вот так, давай. Не-не, ты буханку поставь, а я на буханку сейчас запрыгну, и мы с тобой откачаем. Сзади буханку мне ставь. Что происходит? Батя в натуре резко на дорогу вышел. Прям даже незаметно. О-о, блядь! Ты наоборот хуже сделал! Ты наоборот... Блять, ну-ка смотри, это. Смотри, он падает. Блять, ебать, я вот качать не могу. Можно как-то анимацию, конечно, забагать, я хуй знает как сделать. Но он истекает кровью. Я никак его откачать не могу. Ай, бля. Да я не знаю, но по-любому он отдаст, у меня бампер помял. Он должен жить, а он не должен погибать. Бля, нам бы сейчас пожарную лестницу. Давай. О, подожди. Он же автобус есть. Может на автобусе? Не, не получится, наверное, не будем там. Я за 324к вышел. А что там говорили про 2 ляма, то что 2 ляма стоит выпуститься? Юсупчик, здорово. Эх, бедолага, падает. В общем, пацаны, все, кого откинули, вы потом мне напомните, ладно, об этом. Я вам, короче, выплачу сумму одну. А, все. Бля, он откинулся. Ладно, давай. Бля. Давай, давай. Респект, что не проехал мимо, хотел помочь. Бля, у меня в итоге бампер помял. Ну поехали сейчас зайдем в больницу тогда. Типа мы его, ну, как будто мы его достали, его там повезли в больницу, сейчас приедем. Может успеем до него. Потом мы уже с ним начнем кататься. Ну вот, такое наше продолжение сегодня. Меня выпустили. В смысле выпустили? Ты же сам вышел, говорил. Не у всех по 300к. А, не у всех? Ну понятно. Ну там всего час сидеть, ребята, так что... Думаю, час это не так много. Все равно вы хуйней занимались, так что этот. Похуй. Похуй, похуй. Вам-то похуй, вы отсидите сейчас. А мне потом серверы менять из-за этого га, блядь. Так вот, смотрите, в общем, этот Разоров устроился мало того, что взял лидерку в КМ, так еще начал ДМить игроков на сервере. Вот что с этим человеком делать бы, ну? Такой менеджер. Блять, мне кажется, нахуй надо оттуда перевести на другой сервер. Мне кажется, вы с ним не сработаетесь, я такой. Блять, да я ненавижу этого ГА, нахуй. Переведите меня с этого ёбаного сервера. Я давно этого хотел. Бля, в натуре так и будет, наверное, нахуй. Если так пару ситуаций повторится опять, мне кажется, я просто возненавижу этого ГА и скажу, бля, все, я отсюда съебываю нахуй. 100 мне в подарок и переведут, ну да. Да не, на самом деле, мне вообще похуй, типа, блядь. Люди же говорят, типа, вот какое отношение у меня там с администраторами, админы все плохие, то, что его все откидывают. Но это не должно менять твой сервер почему-то. Из-за этого не должен меняться свой сервер. Ты должен просто, как бы, идти, наоборот, газовать напрямую, типа, доказывать свою точку зрения. Что, как и было. Да, типа, был косяк какой-то, может, с твоей стороны. Вообще похуй. С кем не бывает. Это ладно, эта ситуация, это понятно. Но у меня еще есть одна проблемка в том, что ролик, который скоро выйдет, он просто перевернет ваше мнение обо мне.
То, что к чему я вообще могу прийти, вот ради контента, что я могу сделать ради контента. Просто будь в ахуе от этого. И я не знаю, как вы ко мне будете относиться после этого, но мне похуй вообще. Так, все, погнали, короче, этот. У тебя основу все еще баня? Не-не, все, у меня основу восстановили. Блин, какие-то пацаны тут в трусах, психопаты, что ли? Соответственно, мы или УФСБ, или начальник? По сути, что я нарушил? Слушай, тебя выписали, что ли? По-моему, ты? Да. Под колеса, который попал. Поехали? Ты себя нормально чувствуешь? Можешь здесь сказать? Нет. Или тебя там надо еще вылечить? Да, мне надо. Я вроде тебя не так сильно придавил, тебя когда скорую увезла. Сказали, что с тобой все будет в порядке. Понятно, понятно. Так. А что со мной было? Это... На, забинтуйся, а то у тебя там кровь течет. Забинтуйся. Вот еще перекись водорода. Выпей на всякий случай. Здоровым будешь. Спасибо. Ага, давай, погнали. Это очень хорошо. Ствол мне в подарок, нихуя, бля, захотел. Ну чё вот, чё ты будешь с этим стволом делать, скажи мне, что ты будешь с этим стволом делать? Ты же даже, блядь, долги отдавать заебёшься за неё. Если тебе, я тебе оставлю это ствол. Блядь, долги сложно. Блин, нифига сегодня онлайн такой хороший, пацаны. Спасибо, то, что этот посещаете мой стрим. Давайте почаще так залетайте на стримы. Не пропускайте. Ты кто такой? Садись, садись, садись. А это кто такой? В трусах. Ты что, с ним лежал, что ли, в палате? Кто такие мужики? Схуяли вы ко мне сели, я тут вообще за одним человеком только приехал. И что? Они больники. А куда вас? Куда и вам? Угу. Поехали, да, психушку. Так, чё, Саня, куда едем? А, по телефону базаришь. Бесут как долг. Ну ты заправку максимум сколько сможешь продать? За 2 миллиона? Ой, за 2 лярда? Ну ладно, за лярд. 2 лярда, да хуя за твою заправку, блядь. А с Украины можно сейчас? Не знаю. Думаю, да. У нас ведь игроки не только играют с одной стороны. Ну хотя большой процент играет, конечно... Через карту, думаю, можно как-то там. А тебе куда надо? Ты не стесняйся, можешь голосовой чат использовать. Я не кусаюсь. В душе я добрый. Ты, конечно, мне за бампер должен бабки дать. У меня бампер помялся. Хочешь, покажу как? Ну, смотри, блядь. Видишь, вот тут вот, вот это видишь, тут этот, отломилось. Ты прям не сюда залетел, колеса. Я тебя долго откачать не мог, понимаешь? Потом, пока мы скоро дождались, вот, показываю тебе просто. Ну, давай, короче, за ремонт 1020 скинешь, и все, я тебя, ну, на этом разойдемся. Ты скоро к КМ приедешь? Ну, могу сейчас. Все тогда. Привет, это я тебе помогу. Да, я был соучастник. Садись в тачку. Прыгайте все в тачку. Так, а я на своей хочу. На своей нельзя, на своей только лох катаются. Давай на моей. Моя лучше. А че, Володя, как это осень информации ты вышел? Знаешь, Евгений Исландов, он, короче, с тобой был, его Драмарган посадили. Ну, а он сидит, да, еще там?
Да, он еще сидит, он мне 200к должен. Да, он мне тоже должен. Я его на счетчик поставил, передай ему. Так. А мы сейчас вообще куда едем? А, вот я типа, короче, сегодня сбил. Только забрал с больницы, сейчас еду его подвожу. Бля, бензин так закончился. Я помогал, я на буханке был. А, это ты что ли? Да, это я тот самый. Да, бензин закончился. Нет канистры случая? У меня сейчас скит вроде есть. А, у меня есть. Габри, здорово. Прошу, чтобы потом дяденьки по гонок не постучали в дверь. Норм тачка Е60 Бэха. Ну, неплохая, внешняя охуенная, а так ее заносит, не советую. Управляемость у нее не очень. Ну, это для меня. Попробуй прокатиться, для себя выводы сделай. Если понравится, купи. Скоро у меня юбилей 30 судимостей. У меня, кстати, сегодня ломка началась. Надо ломку вылечить срочно. В общем, надо делать новый аккаунт. Именно под Кримы надо новый аккаунт сделать, чтобы проблем вообще не было. Чтобы я мог там, не знаю, если что-то нарушил, там пусть меня откидывают. Не знаю, короче, надо что-то сделать, чтобы проблем не было. Так. Ремек нету, только для грузовиков. Александр, у тебя есть? Он нищий. Он мне все деньги свои отдал сегодня. За бампер. Давай, иди чини его, если есть. А, ну тогда, понятно. Стой! Так, ну что ты, куда там вообще бежал? Стой, он к нам хочет сесть. Ладно, забудь, его нет больше для нас. Теперь есть ты и я и он. Куда тебе, Саня? Какую тачку брать за 5? Я бы еще накопил лям и взял бы себе F90 до правительства. А, без проблем. Все, давай, удачи. Не попадайся больше под колеса. В соседнем доме я сижу, я живу. Вот и все. Человеку день сделали. Ба, конечно, попало. А не вы вчера на ВЧ? Не, вчера я не катался на ВЧ. Вчера что я делал? Вчера я занимался перекупом, блядь. Продавал ебучий марк. Можно в кавказскую мафию, ПЖ? Можно, за отсос любой вопрос. Сейчас только в лес отъедем. Давай, поехали. Расскажи о себе немного. Пока едем. Хочу рассказывать, я пятый день играю. А чё играешь? Я в доту играю. Доту? Я дотер. Понятно. Булочка, привет. Откатила, запомнил. Что ты там откатила? Ха-ха-ха. Сука. Блять. Я уже что-то понял, походу, о чем ты. Опять бензин закончился, надо заправиться. Что ты делаешь? Пон. Надо человек инвайт просить, сейчас я его приму. Чё, как дела у тебя, Булка? Меня сегодня ГА посадил моих подписчиков всех в Деморган. За то, что они по машине стреляли, которая за нами преследовала. Сейчас он на меня еще жалобу написал. Откат про меня кинул, как мы деймили, типа, блядь. Поэтому, наверное, скоро съебываю с этого сервера. Видишь, ты не успела, к сожалению, с нами поиграть, поэтому... У нас начинается новый конфликт.
тысяч мне на машину не хватает. У меня хорошо все. Нифига, реально. Да! Реально! Пойдешь ко мне? Ну, у меня там аккаунт есть, в принципе. Я не туда еще недавно залетал. Там аккаунт есть так-то, но... Хуй знает. Давай так, Володя, я пока инвайт не буду тебе давать, потому что толку нет сейчас инвайты раздавать налево-направо. Вот думаю, как лидерку возьму. Ну, не лидерку, хотя бы замку возьмем. Сейчас надо подумать, как мне это сделать грамотно. Либо с этого аккаунта взять замку, или создать новый аккаунт для того, чтобы вот именно с него залететь на замку. И будем играть, чисто контент делать вот такой криминальный. Потом какую-нибудь тачку перекину. Ну, у меня, конечно, есть вариант, какие тачки можно перекинуть. Думаю, субарик можно перекинуть. Дом туда перекинем. И все, будем играть на том аккаунте. Будет вообще бомба все. Ну-ка, что по безаку? Нормально все? 2000 товаров ушло. Неплохо. 500 тысяч. Ты хочешь замку, КМ? Но сейчас КМ не получится, к сожалению. КМ я вряд ли, потому что с Романом... Ну, Роман, он не такой активный, как я заметил, лидер. Я хочу вот это сейчас... Мне Кент предлагает, он сейчас на лидерку встает, по ходу дела. Но если он встанет. Надеюсь, он встанет. Вот, пойти к нему, короче, в русскую мафию. И за русскую мафию раскачивать. Уже замки начать, чтобы вот вспомнить все вообще правила. Как там работается. Какие движухи там есть прикольные. А то я так сейчас поверхностно захожу, просто играю. Вообще никуя, ну, не знаю никого нихуя. Тяжело что-то сделать. Там, может, какие-то РПшки будем проворачивать, ГРПшки. Уже более-менее будем, в общем, внедряться в эту тему. Не нашла же бы про тебя. Но там жалобы не будет на меня сейчас. Там в этот... Через личку скорее напишут. Ну ничего, разрулим. Когда мы не этот... Когда мы не разруливали это все? Как говорится, будут проблемы, решай. Решаем. Все вообще похуй. Причем даже я, короче, написал, говорю... Бля, я ему говорю, тэпнись ко мне. Я говорю, тэпнись. Я тебе расскажу ситуацию. Ну, бля... Решим как-то эту ситуацию, не будем там до, доводить до того, чтобы ты жаловался, шел. Но это все равно без толку все это говорить. Да, меня там меня сейчас ебанут, но... У меня-то есть как объяснить ситуацию, что вообще у меня было? Мусор, блять, мусор нахуй. Приехал к нам, когда мы закупались в магазине, приехал к нам, стоит такой, говорит, а вы на поляну собираетесь? Я говорю, нет, у нас там этот магазин, на, ну, магазин грабить собираемся, типа такой там. Уже хотел сыграть роль, где мы там отыгрываем РП. Говорю, фотик закупите, мол. Вот так я ему сказал. В том моменте он с нами просто катается, катается. Я говорю, давайте, пацан, напугайте его. Вот, блядь, устраните вот это вот, это преследование. Ну, что-то я не догадался того, что можно же просто взять его, остановить, доебаться до него. Что-то я вообще... Хотел просто вот... Чтобы он встал там, мы поехали по своим делам. Чтобы просто отстать от него. Ну, блядь, получилось так, как получилось. Поэтому пацанам я откину там бабки потом. Тех, кого посадили, я им там кину. Чтобы они там... Не расстраивались так особо. Токсичные люди не привык еще. Блин, я уже привык к этому всему. Какую игру не возьми, играй в GTA 5. Играй тут на Амазинге. Далеко ходить не нужно, я сам бывает такой игрок, который там токсичный. Это на стриме, я сейчас сижу, тут нормально все разруливаю, типа. Давай, давай, садись. Поехали. В каком городе живешь? Я живу в городе Уфа. Кайф. Видишь, Егорка? Хорошо, что ты с нами не поехал сегодня. Как будто бы я знал, что что-то сегодня будет нахуй такое вот. Потом по итогу мы пошли на поляну. Нас было, наверное, человек 5. Мы полетели.
И что-то тоже нихуя не получилось, у меня что-то не то вышло. Через 19 минут у нас контракт будет. Блять. В каком городе? Город Актобе. Так, ты мне, получается, должен ремку. А у тебя есть? Давай, давай. Чини. В Уфе я живу. Город Уфа. Ееее! Блять! Блять! Ёбаный в рот, да что ты меня стреляешь? Чудо. Сука. Ёбаный в рот. И только оружие себе выдал, хотел тоже с ним замес устроить. Блин. Бля, мне кажется, проще его откинуть нахуй за такое. Админ, ау! Админ нас дэмят. Дорогие админы, накажите, пожалуйста. Админы. Так хотел бы сейчас, если бы я снимал какой-то контент. Мне до тебя 3000... Нифига себе, ты где живешь? Ну-ка вообще, давайте этот... Устроим аналитику. Кто откуда у нас? Какого города? Трехер, здорово. С какого вы города? Где вы проживаете? Что-то интересно. Волгоград. Кто-нибудь есть из моего города? Так, задание. Самое нелюбимое задание. Ой, блядь. Бля, брат, сорян. Тебя починю. Засмотрелся в ТикТок. Да, бывает. У тебя есть знакомых, которые продают красного опера? Красного его редко продают. Так что нет. Сколько там по времени стрим идет? Это мне надо еще закончить над роликом. Ну, еще полчаса постримим. Думаю, достаточно будет. 100к продавали. Раньше он стоил 50, что-то подорожало резко. Раньше он 50, за 50 можно было купить красного. Сейчас ты черного не найдешь особо. Давай рему купим. Да, сейчас с ремками затаримся. Нам ремки по-любому нужны. Без ремок никак. Скопировал ссылку? Да-да, уже после стрима. Скопирую сразу, добавлю тебя, чтобы не забыть. Потом договоримся с тобой, как ты будешь катать. Ну ты сможешь, допустим, накатать мне там... Сейчас я заберусь, я с гана. Блядь. Все, я забрал себя, все, чтобы не было такого. Я до 20-го каждый день могу. До 22-го, а потом что? Что потом у тебя будет? Ты знаешь этого чела? А, это... В натуре красный 100 стоит. Вообще дорого что-то. Дорого за красного 100. За 100 покупать красного опера.
Че, ёбу дал? Зачем он тебе? Как он вообще выглядит? Я помню. 2732. Ой. 2732, вот такой он. Да, вот такой. Бля, вот... Ебану, вроде. Ебаный в рот. Охуенный же, ну, прикольно, да. Вот неадекватный, а. Ёбаный в рот. О, меня этот вылечили. Да уйди ты не на алёке. Да, откинь за ДБ. У него там не только ДБ, у него там целый букет. Работает 100 город Южный. Сколько модерка стоит? Модерк я не продаю. Для меня модер это другой совсем человек. Чё-то я вот... Раньше такое было, но сейчас такого нет, чтобы я кому-то продавал модерку. Для меня модер это более как друг какой-то, которым я могу пообщаться, там, можем с ним какие-то темки провести. Ну или тот, который даже не то, что как бы для меня друг, да, в целом, я просто должен понимать, что этому человеку можно доверять модерку. Ну и то, что он в чате общается со всеми, сидит, коммуницирует. И это что может быть лучшего, кроме этого? Вот скажите мне, когда модер... Он, наоборот, топит это, чтобы общаться там чатом, какие-то там темы придумывает. Если будут какие-то заявки открываться, тогда да, сможете на модерку подать. Но пока такого нету. Пока я только так ставлю там знакомых, кого знаю, кого не знаю. Чё думаете, откинуть его, да, за ДМ? Ну, откинуть или не откидывать его? Брат, побегай с красным опером, посмотреть хочу просто. Ну, вот такой вот он. Вот такой. Как мне можно будет стать? Бля, даже сложно сказать, как. А что тут такой баг, что ли, какой-то? Ха, лол. Почему я тут черным становлюсь? Надо именно этот, как бы следить за каналом, за любым каналом можешь сидеть долгое время, если тебе нравятся мои стримы. Просто я не стример, у меня стримов много нету, из-за этого мне не требуется такой модератор. Если бы мне требовался модератор, который там будет работать именно, пахать там, всех банить, просто каждый день сидеть, то я бы, конечно, там нанимал и платил ему бабки, но мне этого не надо. У меня же тут не такой стрим, так что вряд ли я когда-нибудь открою заявки. Хватает модеров, которые у меня есть. Это же ФСБ. Ну да, это ФСБшный скин так-то. Вы говорите откинуть. Ну давай откинем. Я, конечно, все понимаю там. Сейчас, подождите. Сейчас мы человека откинем. Админа, ау! Вот где админы, когда меня там, вот такие ситуации у нас происходят, это же и вчера было такое, да? Что вот, игроков много стало, кто ДМит на нашем сервере. Раньше жаловались, что на рейде много таких. Но это именно человек, как бы свой, наш человек так делает. Но то, что он нарушает,
Если вы так хотите, чтобы я его откинул, мы это сделаем, хорошо? Если вы действительно считаете, что его стоит откинуть, даже если я не снимаю еще админские будни, то давайте сделаем это. Типа, я не против, я могу это сделать. Я понимаю, мы там один раз порофлили и хватит, ну. Короче, Ярика можно, в принципе, на 60 минут посадить, да? Он тут в игре еще. Ярик. Да, вот он. Чем он занимается? Вот он снова катается. Че, давайте плюс или минус? Сажаем, не сажаем, или все-таки... Не сажать. Я думаю, стоит его посадить на 60 минут. Давайте посадим. Все, я его посадил. Ну, как бы вы просили, я посадил. Ой, это вообще другой скин какой-то. Ой, бля. Где я? Где я, блядь? Куда я попал, блядь? Где я, нахуй? Врача можно? А, больница? Спасибо, мужик. Блять. Ёбаный ты в рот, ёбаный ты сыр. Врача! Врача, пожалуйста. Врач, блядь. Блядь, причём случайно я хотел Наруто взять и случайно этого взял. Врач! Не поможешь, а? Врач, помоги. Врач! Можешь, пожалуйста? Не, я скины не выдаю, сорян. Вдруг ты продавать будешь еще за 100 лям код заскамишь? Не. Мужик, аптечки не найдется. Только с зоны откинулся. Сбежал с зоны. Сейчас, подожди, знаешь, что надо сделать? Мне сейчас надо быстренько КМ устроить, чтобы подозрений не было. В туалет зайдем. Сейчас, секунду. Я же не кавказский, походу. Так, что-то еще надо сделать. А, да, все. Можем идти. Да, он, Егорчик, можешь кататься, не если открыто. Пацаны, помогите. Такой хриплый голос на деле. Врач! Вылечи. Таблетку дай я. Бля. Что делать? Никто вылечить не может. Вперед самим как-то. Ну ладно, выходим отсюда. Помогите. Будем бегать сейчас к Кинезека. Я на 5 минут отойду. Давай, давай. Бля, как выйти отсюда? Вот. Бля, такой угар можно сейчас сделать. Можешь с тобой. Типа этот, зэками будем ходить. Я понял, что за скин. Вы знаете, что походка на что похожа? Ну, короче, если вы видели у Вертеевича скин такой у деда, вот этот скин, походу, он есть. Я его по походке узнал. Он же это, походу, да. Ну, Тед, который дед такой синим.
Да, это дед. Подожди, а он так и ходит? А, может, это красный дед? Он так ходит, когда вот ты сидишь в колонии? Чё-то я этого не замечал, чтобы он так ходил. У, странно. Так же ходит. Он красный был, а не синий. Думаешь, красный? Ну, у них походка похожа у этих дедов там. Но я просто вам говорю, что это скин дедушки. Обычная заменка. Ну, разницы нету, красный или синий, блядь. Я просто вам говорю, что это один из этих скинов какой-то. Как он, интересно, энергетиком будет бежать? Будем сейчас просто эти... О! Смотри, как побежал. А кто-то есть? Резак, здорово! Шо ты, брат? Продал свою, да, уже тачку? Сегодня чувак один написал в группу у нас там. Говорит, еще будут розыгрыши. У вас здесь не оплачен штраф. Ну, как же штраф оплатим? Вот что можно сделать, допустим, зэку? Вот мы сбежали с колонии, например, что мы можем сейчас сделать? Накиньте идеи, что мы сейчас будем делать. Я просто пока вот хожу, не знаю, что делать сейчас. Если она остановит где-нибудь. Все вышло из Демаркана. Че вы, черти? Ты шерсть ебаная. А не кит... Пацаны, может с вами? Нет, иди нахуй отсюда. Сам иди нахуй, я с вами поеду. Шерсть ебаная. Чё ты так базаришь не по понятиям? Чёрт. Да ты шерсть ебаная. Твоё место у параши. Я, блядь, сбежал нахуй с колонии только что, а ты так мне говоришь. Чёрт ты ебаный нахуй. Сбежал, блядь. Да я меня ни за что посадили нахуй. Схуя ли такие выводы делаешь, не зная меня? Ты мразь ебаная. Ты Жорик ебаный. Какой Жорик, нахуй? Долбоёб. Ладно, поехали. А мне штрафы надо было платить, да? Не найдется у вас денег. Немного хотя бы. Я пошёл нахуй. Чё ты такой токсичный? Иди нахуй, Жорик. Спасибо, брат. Чё ты куда сам? Бля, вот такие люди, которые, ну, душнилы ебано, типа, просто как бы не могут подыграть, там, вот эту хуйню несет такой этот, ну, видно, что ему не нравится, нахуй. Что я там зэком бегаю, блядь, что-то его не устраивает. Эмоции есть у него какие-то. Чё, куда едем? Куда вы едете? Тёлок жарит. Рыжики. В смысле рыжики? Рыжики-пыжики. Тот токсик что-то ничего не говорит. Ладно, я погнал смотреть видео. Давай. Заходи, если что. Пожалуйста, выдай. Бля, брат, я не буду выдавать тебе, сорян. Ты можешь его... Да похуй, блядь, пацаны, забейте уже. Ну, пожалуйста, ебал, какой наеб, сам еще его... А у тебя бабки хоть есть на скин? А, у него... А ты что, в натуре 100 лям готов инвестировать в эту хуйню? Ты что, ебун дал? Вовсе не тэпнись. Можно, кстати. Ну-ка, там копы, интересно, стоят на этом, на посту. Поехали на пост. Делать группировку. А, типа, переодеть, короче, да, всех? В этот, в син. Бля, прикольная идея, кстати. На поляну еще пойти. Лукас, я один раз отвечаю, другой раз я уже нахуй посылаю. Ну, нет смысла просить, я выдавать не стану. Я тут и своим не выдаю, пацанам. А тебе, ну... Понятное дело, что я не буду выдавать.
Мы же сейчас ничего не снимаем. Если мы какой-то ролик будем снимать, конечно, базара нет, я всем выдам. Обмен хочешь? Кто вообще спрашивает, блядь? Энтри Костя, подчеркивание, подписался на YouTube канал. Спасибо за подписку. Че ты говорил? Обмен не хочешь? На что? Че, за сколько согласна? О, а ты дашь на РС-ке покататься? Че у тебя там? У тебя же РС какая-то была, да, Егор? Дай на РС-ке покататься. На РС-ке покатаемся. Так, Никита, давай тогда с тобой сейчас встретимся. Я тебе денег дам. О, Юсуф приехал. О, Юсуф есть. Все уже вышли. Рей, надо дождаться еще Рея. Где Рей у нас? Ну, Рей, он вышел с игры, его нет в игре. Прыгай. О, поехали. Юсуф, садись к нам. Поехали. Все, братва собирается обратно. Давайте все сюда. Так, Юсуф ко мне прыгай. Еще сейчас за Никитой поедем. Никита, где? Поезд Арзамас, парни, все фасом. Поезд Арзамас, поехали на поезд. Бля, не могу создать оружие здесь. У меня вообще есть рецепт, чтобы оружие создать? А, да? Или нет? Бля, мне не хватает. Поезд в Арзамасе, ну поехали, может сейчас нам... Мне тоже ничего нету, блядь. Еду к вам. О, давай-давай. Главное, что всех не откинули, и на этом хорошо. А то, блядь, этот... Максим говорит, что всех откинули, я ебать сидел потом в ахуе от этой хуйни. Думаю, неужели, блядь, все стреляли по этим игрокам? Хотя там мог бы один человек справиться, в принципе. Там колеса пристрелить, все, в принципе, машину вывести со строя. От преследования избавиться, и мы могли дальше поехать. Но чтоб его там... Бля, куда мы уехали? Прими, пожалуйста. Сейчас не могу, надо на базу ехать. Ну, сейчас я еще этот, переоделся. В роли зэка. Кто вообще на стриме есть? Дайте плюс. Плюса накиньте. Легенды. Ну куда идти? Сейчас на поиск гоняем. Если там будут наши. Где поезд? Вот теперь пойми, кто там сейчас? Там наши или не наши? Бля, хуй поймешь, что там происходит. Бля, хуй знает, сейчас смысла нет, есть только наши там. Что-то мне кажется, там гостники. Что-то вот мне кажется, там гостники сейчас. Че вы думаете, стоит ехать, не стоит? Бля, такой чувство, что дома гостники нахуй обитают. Или нихуя. Блять. А, не-не. Блять, по нам работает. А, свои. Свои. А, свои. О, Никитосик, не передашь мне этот оружие какое-нибудь? А, ты, конечно, не смотри на мой вид, просто я этот переоделся немного. Чё-нибудь, дай какой-нибудь пострелять просто. А, да, бей. Все, спасибо, взял оружие. Этот, тот сай на стриме сижу. Просто хочешь прикол? Мы сейчас тут нас пятеро человек, мы сейчас человек тут 30 просто вынесли. Ебать, а снайперку ты можешь дать? А у меня очень мало патронов. Блин, ну ладно. Я просто добавил бы сам, у меня есть там. А, давай. Там хотя бы немного. Я поработаю.
А ты можешь тогда прибавить и мне еще дать там патронов 30-40? А почему здесь собрать не могу? А, из-за того, что, наверное, инвета нету. Блэк. Или сейчас. Блин, они забыли. А вот, смотрите, верт... Блин. Блин. А, у меня одна есть. А я сейчас могу собрать? По-моему, могу собрать. Ну-ка, попробуем. А, все, добавил 300 патрон. Бурильник накидываем и работаем. Ебашим. Чисто зэк сбежавший, который только приехал. Парни, фас там все. Бля, пацаны, я не могу вам передать никак. Сорян. А там вон копы, там... Я пока ни одного не убил, но надеюсь, что-то будет. Так, это наш. Я вот не понимаю, как они всех завалили, вот эти 5 человек, как они всех просто завалили. Это же нереально. Считаю, если у каждого там снайперка была, как они не смогли вынести этот поезд? Вы просто посмотрите, насколько там... Там машин дохуя, вон, посмотрите просто. Блин, может быть, кстати. Там, во, едет кто-то. Так, есть? Да-да, полиция. Полицейский, полицейский. Куда-то уехал. Надо по нему работать. Я с ДМГ вышел. А ты кто у нас, Дарк? Трехер, Никита, Патрик, Амазёнок, просто... Костя, Егорчик, Эксил. Легенды. Легенды просто. Лучшие. На телегу тоже подписывайтесь, братва. В описании есть ссылка. Так бегаешь, этот? В тюремной форме, как будто ФСБ. Он тот, который с синей кофтой или чего у него там. Похож, да? Угу. Посолошки, если я смотрю. Это они могут с той стороны вылезти. Слева, по-моему, есть кто-то. А там админ летает. Я с ДМГ вышел. А, читал же. Боже, 8 урок, сижу, смотрю твой стрим, хотя бы не скучно. А сколько у тебя время, Егор? Ебать там бояк. Работаем, работаем. Такое чувство, будто вообще не достает. Я звуки не слышу. Вот вы кикните меня. Кто этот? Этот прикол? А все что ли? Они уже там все сделали. Опа. Кто-то по мне шмаляет откуда-то. Бля-бля, кто стреляет? По мне сзади кто-то шмаляет, что ли? Я понять не могу, откуда это шмаляется. Чего? Не знаю, ближе к вечеру. Ёбаный в рот. Да откуда шмаляли? Не то ли он вообще... Какой-то рыжий едет.
Братан, уйди отсюда, а то тебе плохо будет. Послушай меня, уйди отсюда. Да тут поезд. Давай-давай, откачиваем. Надо какую-то позицию нейтральную занять. Чтоб и не видно было нас. Чтобы мы могли под прикрытием работать. Да они могут справа приехать, могут с горы приехать. Твои меня ёбнули. Бля, хуёво, слушай. Вы заметили? Там кто-то был, по-моему. Так, да. Там на рапторе есть один. Справа раптор. Еще сзади кто-то ебашит. Прям ебануто ебашит. Ну чем он по нему ебашит? Так, все, этот есть. Если он угрозу какую-то создавал, ну, значит, создавал какую-то угрозу. Я его ебанул. За раптором есть. За раптором. Раптор, видишь? Бля, по ногам ебаешь, надо. А, до него уже добежали. Александр, здорово. У нас пока тут более напряженная ситуация. Надо помочь ему на хелпу прилететь. Тот нас ебашит прям. Юсуфу хотя бы оружие дали бы. Жалко, я передать не могу вам. Чё там, Никитосик? Чё? Чисто, да? Да, чисто. Бай, натуре говоришь, пятером нахуй, всех 30 грохнули. Натуре? Да. Ну, у меня... Да не, у меня даже откат есть там просто, по минимапе их там столько. Я просто смотрю на количество машин, думаю, как. Они там, оттуда все бежали. Еще раз ты хит по крючку дашь, я тебя убью. Они скапливались у вышки, и потом просто такая их кучка побежала. Переезд, наверное, не смогу даже. Бля, у меня нет аптечки, брат. У меня аптечки нету. У меня есть аптечка. А, давай. Похуй, больки появились. Да я тебя потом заберу, если что. Или вот, давай я тебе дам. Держи. Ты главное под догонь не суйся, чтобы тебя не коцали. Где-нибудь в кустах засесть, ну. Засесть в кустах где-нибудь, чтобы потом я тебя забрал. Ты у них за Егорчиком еще поехать надо будет, после поезда. Ну, мы сейчас скорее уедем отсюда уже. Ебать там тачек, я, конечно, лахую. Егорыч, ты не против, если твою тачку возьму по эксплуатацию? Ты же не против? Так там, по-моему, что-то было. Или мне показалось. Там вон карета проехала. Пока чисто. Да, не проблем, я взломаю. Все, они пока ящики берут. В принципе, можем ехать. Мне кажется, уже никто не приедет. Ну, погнали.
Посмотрим на всякий случай. Если будет, поебашим их. Откроем. Ебать тут. Там какой-то Урал стоит. Походу все здесь. Не приедет больше никто. Поехали, похуй. Я за Егорчиком тогда, потом еще кого-то забрать надо. Там уже пацаны сами разберутся. Может, с вами? Ну, я же с тобой сейчас еду. Думаешь, что я твою тачку взял? Бак и войнах. ЕСЭ, еду, еду. Кто был с нами еще там? Так, а, Никита был. Сейчас заберем. Ебать, сегодня же, конечно, день такой. Порой не знаю, что будет на стриме, когда запускаешься. Нет такого плана у меня. Просто все импровизация, что мы делаем. Я вообще ничего не планирую. Ну надо. А, это я понял, кто это был. Канистры нету? Сейчас тогда. А, ты на поезде еще? Хорошо. Слушай, брат, не сможешь подъехать туда? Обсохли. Да базарно. Все, да. Давай. Полный бак. А иди какой у него? 374. Сейчас тачку заправим и дальше поедем. Как быстро 2 часа пролетело. Сейчас, в общем, стрим буду оффать. Уже будем оффать стрим. Сейчас главное пацанов найти. Еще есть Рэй, есть в сети. Ну, с ним потом, он всегда играет. Он всегда на связи. Так что этот... Мне сейчас нужны типы, которые с нами были. Юсуф есть? Сейчас с Юсуфом разберемся тогда. Вас кто вышел? Заправил, да? Нет, он вышел. Давай меня заправить тогда. Там сколько еще? А вон Никитос. Так, Никита есть? Отлично. Вечером на тест. Все, спасибо. Да ё-моё. Поехали, банк. Ебать, инкассатор, откуда? Ебать, откуда инкассатор? А почему не могу разговаривать с ГСЭ? Пишу там, ничего-то не нажимаю. Не знаю даже. Ну ты мути, скорее всего. Да, мут. Это из-за этого мут только. Может, тебе перезайти надо в игру? Так, Юсуф, Никита, погнали за мной. Сейчас я вам бабки сниму с безаккаунта, дам.
Что вы там этот, то, блядь. Некрасиво получилось. Что это же я дал бы, я бы сказал вам, чтобы его стрелять начали. Так что, да, есть доля моя там. Доля моей вины. Хули поделать, блядь. Ну я такой дал бы её. Ничего с ним не поделать. Это я на стриме еще такой хуйню не творю, который мог бы творить. Это еще мелочь. Ну, тебе тоже 500 тысяч. Все, пацаны. Вот вам бабки. У нас там еще был тип один, Рэй. Ну, с ним потом. А Евгению, не знаю. Вот понять бы, кто первый начал стрелять вообще. Кто первый начал эту хуйню заниматься. Ну, почему? Начали именно ДМить, а не... Можно было машину расстрелять и просто уехать дальше. В чем проблема? Мне потом... Ладно, хоть этот ты прислал мне скрин, Макс. Дай номер. У меня нет номера. Я безномерный. Телефон забыл на зоне. Только от зоны откинулся недавно. Только вышел с ИК. А тебя надолго откинули? Тогда начать сейчас больше. Понял. Ну мы сегодня так нормально собрались в это время. Я не думал, что мы так соберемся, нас дохуя будет. Там, ебать, целая машина была переполнена. В общем, в следующий раз будем уже получше, этот, соберемся. То сейчас такое было, ну, бывает. Чё-то четверых откинули, мы уже пятером только зашли на этот, на поляну, полетели. Уже было хуёво. Отъедь, отъедь, я пропущу. Ёбаный в рот. Все, не проедем, будем стоять. Будем стоять. Братва, кто не подписан на канал, подписывайтесь на Telegram, на Telegram-канал. Анонсы стримов, роликов именно только там. Бибись. Бля, машину хочу коцать. Баран стал, блядь, на посреди дороги. Доблестные полицейские, сделайте что-нибудь. Нихуя этот гений, он же привык, походу, к этому. О, обижать же можно. Это же гений просто. Помеха, кстати, да. Как вам аудюху? Кайфовая? Преследование за копами. Может, тебя в КМ? Ну, если хочешь, я тебе могу инвайт кинуть, если надо прям. Ну, чем ты будешь заниматься? Сколько можешь в Шевроле Монстр сидеть? В ГО сливай металл, никто не купит. Если тебе так хочется, давай тебе инвайт кину, там уже это. Еще будешь с нами играть. Ой, блядь. У меня за 10 возьмут. В натуре за 10 возьмут, ну продавай. Ну я бы не парился, если честно, я просто в ГОС бы слил и погнал дальше. Я бы не парился.
В общем, настраивайтесь тогда на пятницу или на субботу следующую. По-любому стрим сделаем. Там еще будет судная ночь 23 числа. Тоже не проебите. Опа. А. Вот меня это там садили. А, ну поехали. Так, подожди, я только человека приму. С Кендриком. Так, Егор, ты точно хочешь, да, к нам? Володю прими тоже. Вы куда принимаете? Да вот, это новые официанты у нас просто. Володя, приди тоже. А тот помогать шефу будет. Кто новый еще раз? Ну этот, бля, официант. Мы же искали официанта к нам в ресторан. Забыл, что ли? Я могу тоже быть официантом, если надо. Ну, конечно, да. Сейчас вот мы его возьмем. Со скольки начинается работа? Ну, у нас свободный график. Поэтому можно хоть в обед приезжать. Главное, чтобы ты свою работу выполнял, являлся на строй там. Хоть куда с нами ездил по делам. Мы сейчас картошку активно собираем. А, понял. Угу. Поэтому мы на поле ездим там, посеваем все. Сейчас как раз уже урожай поспел. Я только, кстати, откинулся с зоны, вот приехал. Да, я вижу, потом угу. Рядом. Да. Поэтому еще не успел. Слушай, переодеться, вот надо, работаю сразу. Смотри, не надо? Меня, короче, ни за что посадили в тюрьму. Здорово, пацаны. Меня мут сняли. Один мусор. Который просто так всех сажает, ни за что. А я вот избежал оттуда. Да-да, Юсуф, тебя слышно. Так, давай, Егор, тогда мы тебя оформляем. Рахмет, я думаю, слышно. Пошли за мной. У нас, конечно, сейчас форума мало. По-моему, в грузовике форума есть. Погнали, посмотрим, В общем, смотри, у тебя будет 2 недели испытательный срок. А там посмотрим. Володя, стой. Открыл багажник автомобиля, затем достал туда пакет. Передал пакет человеку напротив. Взял пакет, открыл его, надел. Достал туда форму, снял свою форму, надел. Все. Давай, смотри, так, тогда в субботу увидимся. Бля, пиздец. В субботу утром сможешь? Володя еще. Ну, примерно во сколько? Ну, где-то утром нужно будет подлететь, пройти аттестацию. Просто сейчас, видишь, ты можешь, конечно, сейчас с другими я там переговорить. Все, тебе надо сейчас кольцо, ну. Пожалуйста. А, все, понял. В общем, я тебе скину там электронное сообщение, как у нас повышаться, в принципе. Хорошо. Кендрик, Володю еще тоже пригласи. Давай, давай. Только такая? Ну, пока такая, зависит от того, кого ты... Сколько стать юнус? Если ты карьеру будешь свою развивать... Окей, окей. То форма время от времени поменяем тебе. Если я будет. Понял. И вы все инвайт хотите получить? Вы же не зайдете. Вы же не замутите. Давайте так, пацаны. Кендрик, пригласи Володю. Я сейчас всех принимать не буду, потому что сейчас я уже уезжаю, времени нету. Ну, пригласи Володю. Не могу я сейчас пригласить всех. Давайте так, но он не субботу. Может, ну чего вы до него докопались? В субботу я опять приеду, возможно. Я понял. Если будете утром, тогда я вас приму. Занят ты просто. А пока я сейчас уезжаю, мне надо отдохнуть после этой колонии. Кендрик. А ты денежки-то, да? Поехали. А, давай, поехали. Сейчас я тебе отдам. Погнали, чувак, меня подождите. Неприятная ситуация, однако, получилась. Просто меня слышно? Бой, вы заметили, что это моя целевая аудитория? Вы заметили? Это же охуенно, что вас дохуя стало. Самый мальчик. А сколько можно заработать это? На угонщике. А вы можете все голосовой что-то сказать? Здорово, братишка. Да. О. Сколько можно на угонщике заработать?
там нет такого заработка особо. Надо качаться. Мне ну 100 тысяч на первом левеле можно. Навыки поднять, набирать хотя надо. 50. Мне пофиг, я на сервере. А чё ты там? 50 там или 100. Какого опыта начинает? Я сегодня, конечно, на бабки тут попал. Мне вообще бабки нельзя тратить. Мне надо копить, наоборот, их. Все-таки кто первый начал стрелять? Не помню. Спасибо большое. Угу. Ну ты когда дай остановился, я там кто-то из наших стрелять начал первый. Типа вот я вышел из машины, там уже по нему огонь открыли. Но его не надо было именно ликвидировать, его надо было просто лично прострелить. Лично я стрелял ему только по колесам. Даже если какое-то преследование есть, нежелательно, конечно, стрелять. Но что-то захотелось. Поэтому в будущем не нужно будет такого делать, чтобы полиция нас опять так не накрыла, как в этот раз. Но это была подстава. Наверное, на дальнобой буду работать, либо на развозчика. Нет. Слышишь, Юсуф? Чисто этот. Целевая моя аудитория. Да, ребят. Спасибо всем за стрим, кто сидел до самого конца. Я на этом буду завершать его, буду сниматься. Сейчас я, наверное, ролик упущу на канал. Пойду займусь быстренько, прию сделаю. И, скорее всего, будет ролик на канале. Все, давайте. Увидимся еще. На телегу подписку оформляйте. Вот телега. Давайте. Все в телегу залетаем. Подписку оформляем. Сейчас еще вам беседу скину. Скорее всего, постараюсь. Там тоже можете общаться. Там наши ребята сидят. Все наши пацаны. И девчата. Сейчас. Вот, ссылка вам. Ссылку тоже кидаю. Это наша конфа. Конфу залетаем. Все. Давайте. Всех обнял, приподнял. Всем хорошего дня. Пока.